Дорогие друзья, всем привет! Сегодня у нас очередная выдача нового автомобиля Лада Гранта. Этот автомобиль у нас размещался в группе в Телеграме. Напомню, в Телеграме я создал канал, называется Лада Дисконт. Это именно там будет предложение, именно горячее предложение, которое выкидывается. И вот сегодня такой автомобиль уезжает. Лада Гранта в кузове лифтбэк, комплектация комфорт. Комплектация, расскажу, значит, диски здесь 15-дюймовые, двигатель 1.6 90 лошадиных сил. Наружу зеркала окрашен цвет кузова. Ручки дверей также окрашены в цвет кузова. Цвет техно. По салону автомобиля две подушки безопасности. Штатная музыка стоит, кондиционер, подогрев передних сидений. Два передних стеклоподъемника, электропривод и обогрев наружных зеркал. Четыре колонки в автомобиле, аудиоподготовка с музыкой, все как полагается. Вот. Стоимость автомобиля очень классная. Не зря я создал именно телегу, чтобы размещать вот такие прекрасные предложения. Они, в принципе, у меня всегда прекрасные предложения, но здесь особое будет предложение. Они очень редко будут, но будут туда заскакивать. Поэтому подписывайтесь в Телеграм. Приехал к нам Сергей из города Кузнецка, Пензенской области. Давайте его поздравим. Сергей, поздравляем вас с покупкой. Спасибо, спасибо. Все понравилось? Очень. Всем звонил, ни у кого таких цен нет, как бы. Дениса. Спасибо все, огромное. Все, так что, спасибо большое. Так что, друзья, стоимость автомобиля, кстати, 815 тысяч. Ранее Сергей сделал предоплату за автомобиль. Мы его забронировали. И сегодня вот выдача этого автомобиля. Давайте еще раз покажу автомобиль. Здесь черные иксы стоят. Уже это говорит о том, что машина идет с подушкой безопасности. Так что еще раз, дорогие друзья, поздравляем. Подписывайтесь в группу ВК. Ассортимент автомобилей именно там. Кто хочет познакомиться со мной поближе, мой образ жизни, это в Инстаграм. Ссылки будут все в описании. Ну и горячее предложение, заходите в телегу. До новых встреч, друзья. Удачи вам всем. Пока.